Ученые из института зафиксировали прорыв из темной зоны. Помогите командованию ястребов остановить прорыв. Всех добровольцев ждут щедрые награды. Внимание всем! Говорит замдиректора института доктор Вера Холодова. Даю распоряжение ястребам привлечь к ликвидации прорыва всех способных добровольцев. А вот и ты, боец. Мужчина, прорыв, говорят, какой-то. Где-то прорвало. Институт заключил контракт с нами, с ястребами, на ликвидацию прорыва. Ястребы располагают достаточным количеством ресурсов для привлечения опытных бродяжников. Но перед этим нужно убедиться в твоей способности. Один из темных разломов зафиксирован здесь, рядом, в тихой роще. Обрати внимание, разломы уязвимы к аномальному урону. А вот тут у меня, мужчин, проблема. У меня, кроме топоров и кирк, больше ничего нету. Не сбивай меня. Обрати внимание, разломы... Да я понял. Ликвидирую угрозу, и тогда мы вернемся к разговору о награде. Уничтожай разломы, убивай негодяев, получай автоматы. Все просто до безобразия. Ну и главные награды. Оператор дрона и бродяжник. Ну и такой неслабый язчичег. Ух ты, ювалки-палки, фантастика. Ну чё, погнали посмотрим? Погнали! Но первым делом, конечно же, умоем морду лица. Хорошо. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем. DOS, Down of Zombie Survival. Новая жизнь, новичок. Боевой дрын. Фантастика. Не-не-не, мы справимся молоточками, да? Что за молоток? Ну, обычный молоток, которым гвозди забивают. Только мы будем кожеедом в голову это все сейчас забивать. Первый прорыв из темной зоны в жизни нашего с тобой новичка. Я надеюсь, ты не упустил момент развития. Мы развиваемся на стримах. Между первым роликом, когда мы только начали выживать, и этим видео... Прошло определенное время, да. Прошел уже не один стрим. Присоединяйся. Стримы проходят как на Ютубе, так и на Трово. На новой площадке, где я в данный момент провожу трансляции. Ну, что я могу тебе сказать коротко о прорыве из темной зоны? Это халява для любого игрока. То есть ты продолжаешь, как и раньше, развиваться, играть, только дополнительно тебе еще будут награды. Вот и все. Нажимая вопросик, левый верхний угол, да, здесь тебе коротко и ясно описывают. Любые локации. Красные, зеленые, желтые и кричащий лес. Определенное количество в день можно набивать, да, этих разломов, разрывов, прорывов, как хочешь называй. Будешь получать за них очки. Ну и также, конечно же, аномальные зоны. То есть сгоревший ресторан, старая ЗС, хозмак и козьи маты. Мы разобрали уже за новичка все. Ты можешь посмотреть записи стримов на Ютубе, в плейлисте новичка Доза, да, к примеру. Также и на Трово есть записи. Супер топ награда, это вообще огонь. Если у тебя нет аномального урона, ничего страшного, справимся без него. Опа! И 30 очечи мы получили через 4 часа. И еще получаем 30 очечи. Хорошо? Хорошо. Это за просмотр рекламы. Слышь, фантастика. Мужчина нас отправил, погнали. Забыл сказать. Мы готовы тебя дополнительно мотивировать. Скидываю список заданий. Выполняй по ходу ликвидации, отправим награды. Ёлки-палки, я уж думал, мужчина, вы не добавите нам дополнительных заданий. Ну, с доп-заданиями намного легче, короче. Ликвидировать прорыв в зеленых местах. Фантастика, да? Ой, ё-моё, если ты будешь с премиумом. Чего? Вы чё, орёте, что ли? Какая грязь. Ты знаешь, это так М-залп чё творит? Паровозы можно собирать. Собираешь всю локацию в кучу и в конце делаешь обилочку на 9000 урона. Все накрывает нафиг, всех накрывает, включая аномалии, все вообще. Я офигею, но это если с премиумом. Блин, жестко вообще грязь. Ну да, мы играем с тобой не просто за новичка, мы с тобой еще допом играем и без доната, да. Развиваемся за новичка без доната. Попутненько, конечно, ну куда мы с тобой без ресурсов, ё-моё. Нам это все надо. Мы одними разломами не ограничиваемся, без вариантов. Он оно. И оп. Обычный молоток. Капец, блин. Обычный молоток, реально. Я думаю, мы справимся. Единственное, что-то я это...
Что-то я по лечению погорячился, да? Три куска мяса взял. Надо было бинтики-то взять. Ну ничего, сейчас нам надо на ходу накрафтить. Так, давай пока горячиться не будем, да? Не будем трогать разлом. Соберем вот это все безобразие. Конечно, мы продолжаем с тобой собирать велосипед. Как собирать? Как и всегда, полностью. Поехали. Нормально, справимся, ё-мо. Блин, вот этого надо наказать, бомжа. Ай, ты чё, друг, орёшь, что ли? Я вообще не дышал, блин, мужчина. Ладно, не страшно. А вето ж дашь? Засранец. Ну и всё. Пацаны. Это первая тестовая, короче, тема, да? Смотри, какие они все изишные. Ну и мы за них получаем очки, да? Похоже, с врагами покончено. Че, все что ли? Ха! Шикарно, я в восторге. Покинуть тихую рощу. Ликвидировать прорыв зеленых мест. Один из двух. Убить горелых. 3 из 7. Так, это торговец и ковчег. Давай, прежде чем покидать, мы все-таки с тобой попутненько еще должны выполнять вот эти вот каждодневки. Ну а час в игре провести, это самое простое, да? Просто играешь и готово. Через час фул награда твоя. Золото, кровавые слезы, ёлпалы. Ну короче, ну ты все знаешь, да? Ты же приходишь на стримы. Давай я без тебя на скорячок зачищу локацию. Ну а пока я буду зачищать локацию, давай посмотрим на скоряк, как ты можешь поучаствовать в прорыве. Доступ к событию получают игроки, достигшие 20 левела. Это вообще изи. На зеленых, желтых локациях 15 зачисток, на красных 10, в кричащем лесу 5, плюс аномальные зоны. Сгоревший ресторан, Старозес, Хозмаг и Казематы. Награды последовательные, да? Вначале открываешь одну, потом следующую. Скар, Эш, Гост и ДСМГ Сигма М. Ёлпал, капец, грязь. Смотри, эффект. Шок наносит урон по площади. Ёлки-палки, прикольно. Ну, типа как подствольник, который я тебе описал, да? Ну да, это жестко. Да нам любая награда с тобой в тему. Мы новички без доната, нам чё бы мы с тобой не выхватили, уже огонь. Но это вообще жесть. Кристальное дерево. Это декор, который будет с тобой навсегда вообще. И граната Т-материя. Теневых двойников бомбить. Нас с тобой готовят. Нам же обещали, что будет реанимация, так сказать, темной зоны. Не просто временный прорыв, а постоянно вернут опять темную зону. Вот туда эти гранаты нужны будут. Ну и конечно, бродяжники и оператор дрона. Они с тобой тоже навсегда. Это просто дичайшая помощь в игре. Ликвидация разлома, подтверждаю. Уничтожение горелых, разлома, подтверждаю. Общий статус угрозы, нулевой. Продолжай в том же духе. Тем больше ты уничтожишь темных разломов, тем больше получишь очков. Зарабатывай очки, обменивай на ценные награды. Пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя. Мужчин, ой, блин, ну просто до безобразия, да? Забери награду. Вот так вот, легко и просто. Хытыщ, хытыщ. Капец. Ликвидировать прорыв в желтых местах. Это уже поинтереснее. Убить горелых. Блин, слушай, это так изи вообще, да? Давай. По идее, надо сбегать домой. Слушай, вот не ленись. Серьезно. Сбегай домой. Выложи вот этот весь беспредел. То есть я полностью затарился. Ну куда мне идти-то сейчас, да? А потом уже на прорыв иди. Но я сразу в бой. Опачки. Жительница территории. Блин, это дополнительные задания, но нам вообще вообще меняем, потому что наше все уже совсем, да, и исхудалось, так сказать. Так, чё бы. 2 пакета под говно. Левкович любит эти пакеты, целлофановые. В смысле под говно? Ну натурально, не веришь? Поиграешь и узнаешь. В эти пакеты мы, значит, будем с тобой гадить и продавать Левковичу. Пакеты с дерьмом. Я не знаю, зачем они им. Не спрашивай меня. Он вообще странный мужчина. Эх, ёлки-палки, капец, надо было реально домой идти и выкладывать все. Ну это же вообще беспредел. Мы с тобой, ну капец. Так, ладно, давай, на скорячок ищем прорыв. Все, нашли. Рядом придется, конечно, всех высекать, иначе нам спокойно не дадут с тобой. Могильщик. Как быстро можно в зеленых локациях 15 прорывов накосить? Быстро, ну я тебе рекомендую, конечно, бомбить это в оранжевых локациях. Почему? Ну банально все, да, просто. В оранжевых локах больше засранцев этих будет всяких, фиолетовых.
То есть ты хочешь больше выхлоп по очкам, не бей в зелени. Оп, оп, грязище вообще. Слушай, ну нам с тобой даже собрать вот эти запчасти, это капец. А вот это ты где возьмешь? Стальные листы, блин, кевлар. То есть забудь вообще, новичку это капец вообще, блин. Запчасти основные, типа самое сложное. Нет, для новичка самое сложное, все остальные ресурсы. Ну вот, смотри, сейчас прибегут три бомжа, да? Вот они. О, кстати, да, уже не такой маленький, как это. Вот, три бомжа. А если оранжевую локацию, ну там их банально будет больше. Мы топором справимся, все нормально. Похоже, с рогами разлом покончено. Слушай, ну если уж на худой конец прям сил нету, да? Ну вот это вот, ну что это, сложно выполнить? Я не знаю. И что, много так достигнем? Я думаю, много. Вот сейчас в желтых местах еще бомбанем. И у нас будет, значит, фулл задание, да? Ну хотя бы вот эти локации. Да, здесь топор нужен. Видишь, да? Мы просто с тобой обязаны бомбануть. Ладно, короче, пойдем, а то сейчас задержат нас. Идем домой, чуть-чуть покруче оденемся. Вот прям чуть-чуть, прям капелючечку. Ну и сейчас на скоряк что-нибудь нахватаем еще, да? Идем в хранилище и забираем. Еще дополнительно. За задание, капец, короче, я в шоке. Блин, я в шоке. 198. Ёлки-палки. Фух. Получить. Ты знаешь, что я сейчас получил? Для новичка фениксы. Да это вообще что-то, это вообще законно. Так, ну и вот тут вот надо все-таки выбрать, да? Смотри, если ты успеваешь, да? Посмотри на это так. Я точно успею, парам-пам-пам. Тогда сам как бы смотри. Надо вообще все забрать, слушай. Всех пацанов забрать надо. Блин, да, ну в лучшем случае, да? Ну я, конечно, бы взял оператора дрона. Я не знаю, слушай. Но вот этот парень хорош, да? Отправляешь его на вылазку, да? Он приходит домой с хабаром. Это просто повышает тебя до безобразия. Хозмаг будешь просто рвать. Дрон наносит огнем урон. Ствол самое худшее из всего, потому что его потратишь, сломаешь и готово, да? Но вот здесь хорошо, что еще комплект брони черного бродяжника идет по ветке. Все комплекты брони хороши, но черный бродяжник, ё-моё-моё. Короче, я иду по этой ветке. Я не знаю, как тебе, я по ней иду. Продолжаю уничтожать разломы. Да все понятно, мужик. Давай я быстренько сейчас душ приму, там антирогинку скушаю, да, ресурсы позаряжаю и погнали. Чик. Ну вот и все, я собрался. Так, еще брони, да, надо взять. Вот это говнище прям сразу стираем нафиг. А вот это я не буду тратить. И вот эти штанишки тоже не буду тратить. А откуда все это у меня? Приходи на стримы. Ну и посмотри уже стримы, которые прошли, да? Легко и просто. Все это мы добыли вообще на раз-два. Ликвидатор, ликвидатор разломов. Ну как бы, да, 220 очков, это хорошо. Выжженные земли. Если тебе нужно дерево, кожа, мясо, конечно, иди в огороды, в леса, да, и т.д. и т.п. Вот, опушка леса. А чем хороша, можно в хозмаг складывать. Ну, я иду вот сюда. Мне они знакомы. Да-да-да, мы продолжаем с тобой каждодневочку выполнять. Получи третью награду за стойкость. Мужчины мне как бы чуть-чуть вообще. Каждодневки-то это тоже изи. Готов был. Фантастика, да? Вот так мы с тобой и летим, как Бэтмены по развитию. Так, ладно, поехали. Если у тебя возникли все-таки проблемы, ну так получилось, и они возникли. С чем? Ну, с развитием, там, парам-пам-пам. Конечно, приходи на стримы и все, да, и проблема будет решена. С радостью отвечу на твои вопросы. А так, по фактику, на скоряк могу тебе посоветовать ковчег. Ковчег надо бомбить каждый день. Когда идет прорыв из темной зоны, нашествие с хозмага, либо еще что-то происходит, по-хорошему надо, конечно, успевать делать и то, и другое, да? Но-но-но, ковчег хорош. Ковчег это вообще имба. Это последнее, значит, новое заведение в игре. И оно помогает развиваться, ну, просто фантастически. Так, ну что, где эта фиолетовая дыра, блин? Слушай, ну мы нормально справляемся, да, топором, колуном. Его, по идее, надо как бы использовать, чтобы не головы раскалывать, а древесину. Но, типа, это... Нам, кабанам, все пофигу вообще. Кто сказал? Блин,
На что хотим, на то и тратим. Вот она. Примерно плюс-минус в центр. Сейчас мы красиво был с тобой помидорами кушаемся и нормально, да? 216 хп лечит. Можно, конечно, взять промытую повязку. Ну чё, бомжи, блин, вылезай. У меня есть чем ответить, да? Мы взяли арбалетик. И вот так прячемся. Хорошо, да, спрятались? Язычник разлома. Привет, друг. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, понял. Ой-ой-ой-ой. Да, ошеломление делает вот эта вот штука огромная. Ну ничего себе, как... Ёлки-палки. Пацаны. Меня ты понял, да, чё? Не отпускает вот это говно. Сейчас. Нам главное оторваться. Все, оторвались. Фу, блин. Утроба, ма утроба вонючая. Фу. Ну что я тебе могу сказать? Прежде зачисти локацию, да? Зачисти локацию. Я сейчас такой паровоз собрал. Это такой идиотизм вообще. Но опять же, справился просто изи. Капец. У меня есть посерьезнее стволы, чем какой-то арбалетик, блин. Я просто зачисти локу и готово. И потом всекай эту дыру. Так, посмотрим, что мы сделали из заданий. Ликвидировать прорыв в желтых местах. Слушай, я не выполнил. Давай возвращаемся, да? Там кто-то выжил, что ли, еще из этой дыры? Давай вернемся, посмотрим. А, ну да, ну да. Надо все, да, как бы полностью. Ну ты понял. Слушай, все изи, пацаны, кроме утробы, да? Она ошеломление делает и неприятно, короче. Можно даже вот так топором, блин. Ой, хорошо. Дальний бой решает, че уж там. Но можно и в ближнем. Ну и все. Две зеленые, одна оранжевая. И готово. Фулл задание выполняешь. Это минимум. Я тебе показал в видео минимум. Ликвидирую прорыв в желтых местах. Вы что, бомжи, вообще офигели? То есть еще кто-то где-то, да? Так, окей, ищем. Ребята, вы такие интересные, вы меня удивляете. То есть тут еще бомжи есть. О, смотри, что. Ну, я тебе говорю... Вон, видишь, да? Штука-дрюка это аномалия, блин. Пошла жара. Левел-ап взяли. Так, ну чё? Да ты не опасный вообще. Вот он ошеломление накидывает. Нормально? Ха! Изи, ёлы-палы. Хытыщ. И еще сверху сотку. Ёлы-палы, я в шоке. Забираем эти все очки. Давай посмотрим, как далеко мы продвинулись за одну зачистку. Слушай, ну мне кажется, это круто. Сколько там очков я сколько я заработал? Ну порядка 400 очков, да? В сутки. Это если минимум задания только выполнишь. А если, блин, ты... будешь по фулу 10 красных разломов зачищать, да? Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился ролик. Если понравился, конечно же, подписывайся на канал. Видосы все так и продолжают выходить каждый день, несмотря на то, что YouTube лютует. Приходи также на трансляции. Каждый день проходят стримы. Уже на следующем стриме мы с тобой вместе будем бомбить этот разлом. И красные зоны, и не красные. За кого? Да вот за этого красавчика-новичка, ёл-палы. В общем, удачи тебе. Ивент фантастический, халявы дофига изи вообще. Пока-пока.